На сегодняшний день Вологодщина газифицирована на 65,8%, а заключено 14 045 договоров на подключение, из которых реализованы 10 183. Выполнено подключение 4 796. Более 2500 человек получили материальную помощь на дегазификацию. Это 100 тысяч рублей из бюджета региона для льготных категорий граждан. Вологодская область полностью выполнена поручение президента по поддержке социальных категорий наших граждан. То есть все 13 категорий, которые в своем решении обозначил президент, они получают поддержку из регионального бюджета. Это очень важно, потому что это ветераны Великой Отечественной войны, это семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи, малоимущие, инвалиды и так далее. То есть все 13 категорий обеспечены вот этой необходимой поддержкой, что существенно позволяет снизить затраты семейного бюджета на установку этого оборудования. А по некоторым домовладениям мы полностью на 100% покрыты. Мы работаем над тем, чтобы еще усилить меры поддержки за счет средств областного бюджета, поскольку запрос очень большой. Конечно, в комплексе газовое оборудование стоит порядка 250 тысяч рублей. Далеко не у всех наших жителей такие деньги есть. Мы все прекрасно понимаем. И вот 100 тысяч рублей плюс взаимные средства за счет кредита РСХБ. И есть еще ряд инициатив, которые мы прорабатываем, чтобы облегчить эту нагрузку и увеличить темпы газификации и количество подключений. Напомним, президент страны объявил программу дегазификации бессрочной. Также по решению главы государства программа социальной дегазификации теперь распространяется на СНТ и социальные объекты, в их числе школы, детсады, поликлиники, больницы и ФАПы. Процесс газификации в Вологодской области развивается галопирующими темпами. Понятно, что на встречах с жителями Вологодской области мы получаем массу вопросов. Проблемы с догазификацией, проблемы с газификацией востока региона. Но на сегодняшний день уже регион газифицирован на 65,8%. Работа еще не початый край, но то, что сделано, это благодаря президенту, благодаря партии «Единая Россия» и нашей партнерской компании «Газпром» «Межрегионгаз». На сегодняшний день по догазификации у нас заключено более 4,5 тысяч договоров. Это 34% от плана реальных подключений в рамках наших партнерских отношений и совместной программы с компанией «Газпром». Здесь могу сказать, что в северо-западном федеральном округе мы лидеры. Мы вышли на первое место как раз по проценту реального подключения от границы домовладения до точки примыкания уже к плите. Как отметили в «Газпроме», в регионе по программе социальной дегазификации можно подключить еще порядка 10-12 тысяч домов. Важно и то, что полиэтиленовая труба, регуляторы, шкафы – все, что необходимо для газификации, производится в Вологодской области.